себя добавить. Давайте добавим. Я здесь упустил, что они предоставят генплан на 1 000 000 жителей. Да, на 1 000 000 жителей. Мы это вообще упустили. А теперь смотри. А уже 1 300 000 где-то. Да не имеет значения. Я хочу сказать о другом, что идиотизм руководства налицо. ПЗЗ принимается под генплан 2005 года, который предусматривал 380 тысяч, ну 500 пусть на себя. А теперь они хотят... А генплан на 1 000 000? На 1 000 000. Потом мы ПЗЗ будем еще раз тратить деньги, принимать за счет 1 000 000. Посадить без суда и следствия, а лучше всего расстрелять. Вот так вот нафиг. Понятно. Хорошая постановка вопроса. Но у нас же сейчас желтая зона, да? Ну да, у нас... А военное положение, когда какое вы это... Расстрел нафиг. Ну да. Хороший вопрос. Вот. Развод, мошенничество. Развод, да. Да, севастопольцы, вы услышали все то же самое, что вы... Как вы размышляете, что вы по этому поводу думаете? Так же самое, как и мы? Или у вас есть какое-то другое мнение по этому Нет, поводу? Не то, что другое мнение. Просто хотелось бы сказать севастопольцам, вы задумываетесь над тем, что происходит. Да. Да. И что нужно с этим делать? Хоть вот анализируйте немного о том, что не просто видимость, которую создают, что мы тут вот ремонтируем дороги, там делаем вот это, и это все хорошо. Вы задумываетесь над тем, что будет ваше завтра. Место в этом городе. Вы видели, прекрасно понимаете, Крым отошел к России, канал сразу закрыли. Хорошо думали украинцы о нас? Хорошо, закрыли канал, закрыли свет. Это сельское хозяйство убили фактически степном. На Крым. Электроэнергию взяли, взорвали там. Ну что это такое? Это дума о людях. Вот что может быть? Сейчас мост вот этот вот пытаются взорвать. Зачем? Казалось бы. Ну, да, поставка вооружений. Ну уже у нас же там побережье все наше. Там же все проблемы. Ну, давайте будем рассуждать так, да, как я думаю. Мы с вами же все-таки люди позитивные, да? Иначе мы бы здесь с вами за столом за этим не сидели. Я думаю, что есть еще время. Я думаю, что в ближайшее время, там, до конца года, может быть, до середины там, первого квартала следующего года. И Единая Россия, и Размножаев не должны занимать какие-то посты вроде вообще. Больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев.